хранится пред тобою земля. Все твои богатства принадлежат тем, кто избрал тебя. Однажды мир узнает, что ты Бог богов, склонится пред тобою земля. Все твои богатства принадлежат тем, кто избрал тебя. Каждый день живу с тобой, мой Бог.
каждый день, Бог мой, учусь на истине стоять и молюсь о том, чтоб лучше узнавать Тебя. Веди меня, Бог мой, каждый шаг мой направляй, и каждый день будет Божий свет во мне сиять. Каждый день живу с Тобой я, каждый день иду я за Тобой, каждый день живу с Тобой, мой Бог. Каждый день живу с Тобой я, каждый день иду я за Тобой, каждый день живу с Тобой, мой Бог. Живу с Тобой я каждый день, каждый день. Let's make this dedication today. Живу с Тобой я каждый день, живу с Тобой я каждый день, живу с Тобой я каждый день. Живу с Тобой я каждый день, живу с Тобой я каждый день, живу с Тобой я каждый день, каждый день. Каждый день живу с Тобой я, каждый день иду я за Тобой, каждый день живу с Тобой, мой Бог. Каждый день живу с Тобой я, каждый день иду я за Тобой, каждый день живу с Тобой, мой Бог. Аллилуйя! Turn to the person next to you. Повернись к соседу своему. And tell him, you know what? Скажи ему, знаешь что? I need today. Мне нужен мой спаситель каждый день. Now turn to the other one. Теперь в другую сторону повернись. And tell him, you know what? I thought I need him every day, but actually I need him every single hour. Знаешь что? Мне он нужен каждый день, но вообще-то он нужен мне каждый час. Oh. Now turn back to the other one. А теперь the first еще повернись к тому, к прошлому. You know what? I told you like a minute ago that I need my Lord and Savior every day. But I just realized that I cannot even take a breath without Him. Я тебе только что минуту назад сказал, что мне Спаситель нужен каждый день, но знаешь что? Я не могу даже вздохнуть без Него. You are the bread. Ты наш насущный хлеб. This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence, living in me. This is my daily bread. This is my day.
This is the air I breathe. This is the air I breathe. Yes, Lord, you are. Your holy presence living in me. This is my daily bread. This is my daily bread. You are Lord. Your very word spoken to me. Cry out to him, cry out. Thank you.
without you. I'm lost without you. What can wash away my sin? Что может омыть мой грех? Nothing but the blood of Jesus. Ничего, кроме крови Христа. What can make my life whole again? Что может сделать целой моей жизни снова? Nothing but the blood of Jesus. Ничего, кроме крови Христа. I had this image some time ago. У меня такая картинка вырисовалась еще давно. Actually, it wasn't the image. It was part of a Christian movie. Это вообще-то, ну, не картинка в моей голове, это из одного христианского фильма. There was like a very beautiful crystal vase. Там была такая очень красивая хрустальная ваза. And it was the favorite belonging of a woman. Эта вещь принадлежала одной женщине. But unfortunately, it fell down and broke into pieces. И однажды она упала и разбилась на кучу маленьких кусочков. And it was the most valuable possession of her. Это было вообще это ее самая ценная вещь. And then a man came. И однажды пришел один человек. And he was kind of image representation of Jesus. Он был как бы он представлял собой Иисуса. And he took all these pieces from the floor. И он собрал все эти кусочки с пола. And put them back together, but in a different way. И он их все собрал вместе, только уже по-другому. And he made something so beautiful and so much more precious than it was before. И он сделал что-то еще более прекрасное и более ценное, чем это было раньше. Everybody that looked at this new creation, this new vase, was amazed. Когда все люди смотрели на это новое творение, они все были просто удивлены. And I'm sure you understand that's what Jesus does with our life. И я думаю, что вы понимаете, это то, что Иисус делает с нашими жизнями. He's taking the broken pieces of our life. Он берет наши кусочки. And he doesn't just restore us. И он не просто собирает нас вместе. He makes us new. Он делает что-то новое. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious. I see nothing but the blood of Jesus. For my cleansing this I plead, nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the blood that makes me white as snow. No one.
is going to do the Russian. Okay, давай. Что вино не сможет смыть, о, ничто лишь кровь Иисуса. Но что может исцелить, о, ничто лишь кровь Иисуса. Something that I wanted to talk about today. Что-то, о чём я хотел поговорить сегодня. Is something that I was thinking about for a while now. Я очень долго об этом думал. And this is my answer to what I was thinking. И вот мой ответ, об чём я думал. What I was thinking about was, why are humans so evil and selfish? Почему люди такие эгоистичные и жестокие, злые? This is my answer. Вот мой ответ. Next slide. From Mark 7:21-22. Mark 7:21-22. For from within, out of a person's heart, come evil thoughts, sexual immorality, theft, murder, adultery, greed, wickedness, deceit, lustful desires, envy, slander, pride, and foolishness. This shows это показывает what we have inside of ourselves. Что внутри нас. Even if you don't see it inside you, даже если мы не видим это внутри нас, we still have it. Оно все равно там есть. The reason we have this причина, почему это внутри нас, is because we needed this back then to survive. The reason we have this in ourselves причина, потому что оно внутри нас. It's because we needed this back then to survive. Потому что мы нуждались в этом, чтобы существовать давно. We needed to find food. We needed to reproduce. Нам это нужно, чтобы найти еду и чтобы размножаться. And because of Eve's choice of eating the apple. Из-за Евиной выбора, чтобы съесть яблоко. She chose for man to work for those things. Она выбрала людям, чтобы они работали для этих вещей. Back then, God gave man everything they needed. Тогда Бог дал им
все, что им нужно. And after that sin, и после этого греха, man had to work for it. Люди должны были работать для этого. Man had to work for himself. Люди должны были работать для себя. If they didn't, if they shared with other people, if they shared with other people, если бы они делились с другими людьми, they would die. Они бы умерли. We had to act like animals back then. Нам нужно было вести себя как животными. Next slide. More than that, we rejoice in our suffering, knowing that suffering produces endurance, and endurance produces character, and character produces hope. После этого я как-то... After this, I learned what separates us from animals. После этого я понял, что отделяет нас от животных. God gifted us the ability to think. Бог подарил нам подарок, что мы можем думать. To feel. Мы можем чувствовать. And to love. Мы можем любить. And what separates us from animals? И что отделяет нас от животных? Is that we know what is right from wrong. Мы можем отделять, что правильно и что неправильно. We need to learn how to suffer. Нам нужно учиться, как страдать. Because a normal animal wouldn't want to suffer, they would want to live. Потому что обычное животное не хочет страдать, он хочет жить. It's foolish to suffer. Это глупо мучаться. And to be a Christian, you have to suffer. И что, и быть христианином, ты должен уметь как мучаться. Страдать. To be human. Быть человеком. And to be a Christian. И быть христианином. Is to leave those selfish desires that make us animals. Это оставить желание, которое делает нас как животными. I found my answer. Я нашел мой ответ. To why humans are so evil. Но почему люди такие жестокие? Because we needed that. Потому что это нам нужно было. Without that, we wouldn't have lived to where we are now. Без этого мы бы не выжили к сегодняшнему дню. This was kind of my thinking. Это что я думал. And if the pastor lets me speak again, если пастор разрешит мне говорить еще раз, then I will use this. Я использую это. As a foundation. Как основание. For my next message. Для моего следующего проповеди, для моей следующей проповеди. Yes. Спасибо. Okay, I know I asked this question when I was preaching some time ago, but I want to ask it again. Is it the death, the crucifixion and resurrection, like everything that God has for his children? Paying for their sins. I'm stepping on the border now. I'm stepping on the border. I know that. I know that, but I have a point. Trust me. Okay. Not me. Okay. I mean, trust me. Yeah, can you repeat again, please? Is it the death and resurrection of Jesus Christ? Everything that God has for his children. Кажется, что в смерти Иисуса Христа есть все,
в смерти и воскресении Иисуса Христа есть все, что Бог имеет для своих детей. Так кажется. Смерть и воскресение – это все, что Бог имеет для нас. Is it like that? Это как бы легко. Yes, yes, it is. Это кажется, ну, легко. But somehow it isn't. Но с другой стороны, это не так просто. Because Jesus himself Иисус сам said, сказал, I'm going to send you what my Father has promised. Я пошлю вам то, что мой отец пообещал. He knew that he will go through all this. Он знал, что ему придется пройти все. He is the only Savior. Он только спаситель. He had to go through this in order to come to a point where the Father can send. Он должен был пройти все это и прийти к цели, когда он скажет, что отец мой пошлет другое. The Father cannot send, or the Holy Spirit cannot come and abide in you. Дух Святой, Отец не может послать, и Дух Святой не может прийти, чтобы поселиться внутрь тебя. If you are not washed by the blood of Jesus. Если ты не будешь омыть кровью Иисуса Христа. What can wash away my sin? Что может Nothing омыть мой грех? Только лишь кровь Иисуса Христа. But just to have your sin forgiven, it is not that God wants for you and from you only. Не только прощение грехов, это все, что Бог имеет для тебя. I will make it very simple and practical now. Я хочу сделать это очень просто сейчас. Imagine Можете себе представить? He is my son. Он мой сын. Maybe opposite. Okay, you are God the Father, I'm the son. So I do something wrong. Я делаю что-то неправильно. And I'm cast out of my father's presence. И я удаляюсь от присутствия отца. While I'm away, когда я далеко, I learned that my father found a way to forgive my sin. Я обнаружил, что мой отец имеет прощение для моего греха. He punished my biggest brother for that. Он наказал моего старшего брата. And I learned that. И я учу с And этого. I said, "Oh, what a good father." Oh, это хороший отец. No, you are the father. You stay. Okay. What a good father. He forgave my sin. Отец, прости мой грех. And my brother, he was punished because of me. И мой брат, он наказан из-за меня. What a mercy undeserved. Пожалуйста, яви мне милость, я недостоин. Is that all? Разве это все? Is that why he punished the? Это все, что Бог наказал своего сына? No. Чтобы дать нам только прощение. He wants me to come back to him. Он хочет, чтобы я пришел обратно. To have relationship with him. Чтобы иметь взаимоотношения снова с ним, те отношения, которые были потеряны раньше. Now, do you understand why death and resurrection is not like the complete picture? И сейчас вы видите, Nothing что... can happen without it. Вы видите картину, смерть и воскресение, оно не является полной картиной, но без него не может быть следующего. Pentecostal. Пятидесятница. The coming of the Holy Spirit. Пришествие Святого Духа. John 14:16 says. Евангелие Иоанна 14 глава. And I will ask the Father, and He will give you another advocate to help you and be with you forever. Я умолю Отца, и Он пошлет вам другого утешителя, адвоката. To help you and be with you forever. Который будет помогать им, и Он будет с вами вечно. The Spirit. Дух. Of truth. Правды, Дух истины. The world cannot accept Him.
мир не может принять его. Because it neither sees him nor knows him. Они не видят его, они не знают его. But you know him. Но вы знаете его. Because he lives with you. Потому что он живет с вами. And will be in you. И будет внутри вас. I will not leave you as orphans. Я не оставлю вас сиротами. I will come to you. Я приду к вам снова. So not just with. Не только с. But in. Но внутри. Remember we were talking about identity? Вы помните, когда мы говорили об нашей идентичности? He in me. Он внутри нас, внутри меня. That's the stamp of identifying. Это печать идентичности. Когда Дух Святой живет внутри нас, мы имеем эту печать идентичности со Христом, потому что Он живет внутри нас, Дух Святой. Wow. Okay. So, and the same chapter 26, yeah, the same chapter, verse 26. В этой же главе стих 26. But the Advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you. Утешитель же Дух Святой, которого Отец пошлет вам, Он будет учить вас. Will teach you all things and will remind you of everything I have said to you. Он будет учить вас абсолютно всему и о многом напомнит вам. So, the Holy Spirit. Дух Святой will teach us будет учить нас about everything that Jesus said, всего, что Иисус сказал. Jesus himself, I know you know well this, he said, I do not speak anything out of myself. I'm speaking what I hear from the Father. Вы помните, Иисус говорил, что я ничего не говорю от себя, я говорю от того, от кого я слышу. Он говорил, я слышу от Отца. So having the Holy Spirit inside of us, Дух Святой внутри we нас, have the fullness of Trinity with us, in us. So we have this restored relationship. Вот это есть восстановление взаимоотношений, когда мы имеем полноту Бога внутри нас. I know many times we are referring to the Spirit more like, although we know it's a person, but we are referring to the Spirit more like power. В большей мере мы понимаем, что Дух Святой это как сила. But let me tell you. Пожалуйста, дайте мне why do we do the things more complicated? Почему мы создаем лишние проблемы? He's a person. Let's treat him as a person. Он есть личность, поэтому мы должны относиться как к личности, к Духу Святому. Talk to him as a person. Разговаривайте с ним. Listen to him as a person. Слушайте его как личность. Love him as a person. Любите его. I wanna point our attention to some of the practical characteristics. Давайте перейдем к практической характеристике. And Holy Spirit as a person, Дух Святой как личность, which I can take right from these two verses where Jesus spoke about him. Я говорю, основываясь на двух стихах, которые Иисус сам сказал. First thing it says, he will give you another advocate. Первое, это говорит о том, что он будет утешителем для нас. Helper, more like helper. Помощник. Helper, yeah. Advocate and helper, they're identical words. And when I look about the meaning of the word advocate, I found out that it means supporter. Когда я смотрел в значение слова адвокат, я обнаружил, что это слово имеет значение как поддерживать, supporter, поддерживать. It is somebody that backs you up. Тот, кто находится сзади нас и поддерживает нас. Or if you're missing something, he will come and step
И если то, что потерял, он приходит и... Instead of you. He will be there instead of you. Замещает себя, заместитель вместо себя. He is also promoter. Он также... Promoter. Он провозглашает. Представляет. Тебя представляет. Ну видите, мой сын. Ну видите, какой хороший он. Promote. Реклама. Делает реклама. Да. Он представляет, он за нас. I'm still trying to comprehend this. Yeah. I mean, because we are learned to think like we have to represent him, not him to represent us. Обычно you know? Мы должны предоставлять его, но оказывается, что он предоставляет нас. And вот как it is true. Yeah. I mean, when you pray for a sick, do you who shows up there? He shows up there. He heals the sick. Кто явился, кто пришел. Okay. Yeah. And I like very much this, this explanation. Мне очень нравится это. Sponsor. Он является спонсором. Why do we need a sponsor? Почему мы нуждаемся в спонсоре? Many times I know I need a sponsor of patience. I lose my patience with some people and I'm ready to burst out. Я очень знаю, лично я персонально нуждаюсь в спонсоре терпения. И когда у меня не хватает, часто бывает, что мне не хватает терпения, я могу быстро не поладить в отношениях с людьми. So he's my sponsor. Он является спонсором моего терпения, он дает мне терпение. You can think of anything else. He is your sponsor. Он anything, является твоим спонсором. Anything that you need for the life on this earth. Для жизни он является спонсором. Remember the verse that we read at the beginning? Помните стих, который мы читали в самом начале? His divine power has given us everything we need. От его божественной силы нам даровано все. Okay. Хорошо. He is teacher. Он является учителем. Teacher. A power cannot teach you anything. Сила не может тебя научить. It's either there or not. The power is there or not. Сила есть или ее нет, она отсутствует. No. But the teacher. Учитель. He has personality. Он имеет личность. He can relate to you. Он может быть близким к тебе. He can remind you everything that Jesus said. Он может напоминать себе. He can give you the wisdom to understand it. Он дает мудрость для понимания. And he can give you the tools to apply it in your daily life. Он дает себе возможности и инструменты, которые нужно, чтобы внедрить в жизнь слово. Then Jesus said, "But you know him, for he lives with you." Но Иисус говорит, вы знаете его, и он будет внутри вас. No, in you, with you. Он будет с вами. So. I understand this as he being my best friend with me. Я понимаю, что он будет моим лучшим другом, со мной всегда рядом. That's what Jesus is talking about. Это об этом Иисус говорит. We all need a friend that can stand by us and that we can stand by in any moment of our life. Все мы нуждаемся в друге, с которым бы мы стояли рядом в любой момент нашей жизни. Do you have friends? You have friends? Вы имеете друзей таких? Yes. No. Yes. Да или нет? I know I have one. I mean, I found one. Some of you know him. His name is Albert. Я знаю одного. It happened, so we worked together and we became friends. Зовут Альберт. Он стал моим другом. And when I was moving from one place to another, I just called him and I told him, Albert, can you please come be with me? Когда я переезжал, он мне сказал другое. Я позвонил ему, сказал, Альберт, пожалуйста, ты можешь прийти и помочь мне? Then I needed to move something from the garage to the second floor. И мне нужно перенести с гаража на второй этаж. And because I know he's kind of two blocks away, lives two blocks away from me. And I just called him, Albert,
Can you stop by after work? Можешь остановиться после работы? So, what I'm trying to tell you? Что я хочу сказать вам? Treat Holy Spirit as your best friend. He is happy to be with you anytime you call him. Приглашайте Дух Святой, общайтесь с Духом Святым. Он может быть самым вашим лучшим другом, когда вы будете нуждаться. And he is happy to be with us. И он с огромным удовольствием сделает это для вас. And then it says it will be in you. И дальше говорится, что он будет внутри вас, внутри вас. I think here is the place where Jesus refers to the Spirit as our comforter. Это то, что Иисус сказал, что он будет утешителем вашим внутри вас. In us. Okay. It was on behalf of the Holy Spirit himself. Helper, teacher, friend and comforter. Дух Святой является помощником. Он является учителем, он является другом и утешителем. But on behalf of us, с нашей стороны, это было с его стороны. Это со стороны Отца Небесного. Это было со стороны Святого Духа. Да, он учитель, утешитель. Да, это качество, которое имеет Дух Святой, учитель. Это даже не качество, я бы сказал бы, это... персональность. Это персонал. Его. Ну, you know what I mean? Okay, you start thinking. Yes, yes, yes. Okay. Что с нашей стороны? Что с нашей стороны? Вот from our side. Where was my? Галатянам, Galatians, Galatians chapter 5. Verse 16 and 25. Послание Галатам, 5 глава, 16 стиха. We're getting to the end. I know we're a little bit long, but you know, when somebody is translating to you, it kind of takes longer. Right? Really? Huh? No, not that. Okay, we're good. Okay, Galatians 5, 16 and 25. It says, so I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh. Since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit. Послание Галатам, 5 глава, 16 стих написано. Итак, ходите по духу или поступайте по духу и не будете исполнять желания плоти. It was the, verse 16, then 25. Since we live by the Spirit, если мы живем по духу, let us keep in step with the Spirit. Тогда давайте поступать по духу. Okay, we'll get into details now. Сейчас давайте в деталях. What I believe, the word of God shows us here that there are different levels of commitment on behalf of us. Насколько я понимаю, это место Писания показывает нам на разный уровень посвящение в отношениях. First, so I say, walk by the Spirit. Во-первых, это ходите, хождение. Walk by the Spirit. Walk by the Spirit. Take it literally. Yeah. Хождение в духе. Ходите в духе. Но это не, ну не как в духе, но с духом. Okay. By the Spirit. Okay. So. Ходите с Духом Святым. I understand this like that. You tell me if you have another thought, but I think I have the right one. So, if you want to buy something, если, or if you want to go somewhere, you usually check with your wife, right? Если вы хотите что-то купить, ну как правило, вы покупаете что-то, вы советуетесь со своей женой. Right? Контрольный звонок делаете. Exactly. So, walk by the Spirit, by the Spirit. Вот это то, что я хочу показать им, вот это мы советуемся, да, с Духом Святым. Yeah, we are checking, okay. Проверяем себя, проверяем себя. Okay, yeah.
Да, он говорит, okay, все правильно, good. Все хорошо. Okay. Oh, да. There's something wrong there. Нет, здесь неправильно, пожалуйста. Okay. But we are still in control. Но мы контролируем ситуацию. We can check with the wife, but we can still decide to buy the boat. Мы советуемся, проверяем себя со своей женой, но мы сами решение принимаем. Okay. I'm not daring to buy a boat without my wife. I'm just saying this. Okay. Then it says in 25th six, since we live by the Spirit. I think to live by the Spirit, it comes to the realization that we spoke in the beginning of the sermon, that we depend on Him. Жизнь в Духе является подтверждением того, что мы зависим от Духа Святого. If the Holy Spirit says, okay, no more breathing. Если Дух Святой говорит, нет больше дыхания. That's it. Все, конец. Okay, so realizing the realization of how much we depend on the Spirit is what leads us to this level of commitment. Усведомление того, что насколько мы зависимы от Духа Святого, ведет нас в более глубокие посвящения с Ним. And then the third one is keep in step with the Spirit. И следующий это step. Keep in step. Это делать шаги, продвигаться. Да, продвигаться. You are the Spirit, go forward. I keep in step with Him. He is guiding me, I'm following. Дух Святой ведет нас, и мы следуем. Это значит следовать, делать шаги за Духом Святым, который ведет нас в жизнь. It's not just that I'm checking with Him if I'm walking in the right direction. Это не просто, я проверяюсь, советуюсь, правильно ли я направлении. It's not just that I depend on Him. Это не просто, to go in the right direction. Я зависим от Него, чтобы следовать. But I'm actually following Him. Я следую за Ним. I think that's the greatest level of commitment. If we can come to the point, or when we come to the point to actually follow the guidance of the Spirit. Я предполагаю, что это самый высокий уровень посвящения, когда мы в послушании следуем за Духом Святым. And now to make the things a little bit easier for you. Хочу упростить это для вас. It is like walking through these three steps or levels of commitment. It's a daily thing. It's a daily work. Sometimes, Все то, о чем мы сейчас говорили, все эти три ступени хождения в Духе с Духом Святым, это говорит нам о том, о нашем каждодневном хождении. You can come to the point where you are following the Spirit today. Ты можешь прийти к этому сегодня, чтобы следовать за Духом Святым сегодня. But tomorrow, но завтра, you may not. Ты можешь не следовать. You may come to a point where just, okay, I understand what you're saying, but let me think about. Ты можешь прийти к такому моменту, когда ты скажешь, хорошо, давай я подумаю. I've been there, and I am there every single day. Я нахожусь там каждый день. It's a process. Это процесс. It's a process that we are going through every day. It's not like a reward that you are gaining the third level, and that's it. I'm there. Это не просто, когда мы получили вот этот третий In the moment you think like that, you lose it. Мы каждый день учимся ходить в духе. And I want to conclude. Я хочу заключить my sermon today with Romans 8:14. Римлянам 8:14, which says,
For those who are led by the Spirit of God are the children of God. Ибо все водимые Духом Божьим являются детьми Божьими. Right. See how the circle kind of closes. Вы видите, как круг замыкается. Following the Spirit. Все, кто ходит, when we come to the point Духом, to step up with the Spirit, делает шаги с Духом Святым, we actually come to a place of restored relationship with God. Мы приходим к тому уровню, в котором Бог восстанавливает взаимоотношения с нами. Все водимые Духом Божьим являются детьми Божьими. Если мы водимые Духом Божьим, мы приходим к тому, что мы являемся Его детьми. Right? Hallelujah. Yes. Okay, let's stand for concluding prayer. Holy Spirit, Дух Святой, reveal yourself to us. Открой себя для нас. Lead us in discovering the depths of our Father's love. Пожалуйста, введи нас в близкие, глубокие взаимоотношения с нашим Отцом в любви. Draw us in closer relationship with you and through you. Пожалуйста, через отношения с Духом Святым, веди нас в близкие отношения с Тобою и с Отцом. Help us to understand more deeply and truly the word of God. Пожалуйста, помоги нам понять намного глубже эту истину Слова Божьего. Help us to comprehend the fullness of salvation given to us. Помоги нам понять полноту спасения, которое мы имеем через крест во Христе Иисусе. For the glory of the Father. Для славы Отца. In Jesus' name we pray. Во имя Иисуса моя молитва. Аминь. 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 Слава Господу.